На старт! Внимание! Внимание! Взять в руки, пусть даже поролоновый меч, и попробовать освоить несколько азов фехтования. Дорогого стоит. Самыми активными в этих соревнованиях оказались девчонки. Большинство из них впервые приняли участие в таком турнире. Мастер-классы по изготовлению бумажного корабля собрал не меньше народу. Всего каких-то несколько минут, и подделка готова. Ребята охотно принимают участие во всяких мастер-классах. Мы иногда проводим лимбо, перетягиваем канат, играем с ребятами в футбол. И мы делаем это, чтобы объединить дворы. Уже третий раз с начала лета активисты территориального совета молодежи проводят в Расторгуевской части города интерактивные программы. А детвора с нетерпением ждет их в гости, ведь организаторы придумывают для подростков всегда новые конкурсы и игры. Мы сегодня принимали участие в рыцарских боях и в мастер-классах. Благодаря проекту «Наш двор», инициатором которого является администрация Ленинского муниципального района, активисты из территориального совета молодежи трудоустроены в летние каникулы. А еще у них есть возможность проявлять себя творчески, общаться с детьми и приобретать навыки в организации и проведении различных мероприятий. Я получаю от этого большое удовольствие, когда ты видишь отдачу детей, когда ты делаешь что-то, людям это нравится, то есть ты им поднимаешь настроение. Организация интересного досуга подростков, летние каникулы – главная задача активистов, и с ней они справляются отлично. Они помогают ребят организовать, оторвать от улицы, как бы какое-то направить в хорошее русло, где много познавательных вещей, игр. С начала июля прошло уже более 20 мероприятий в разных дворах Ленинского района. Проект «Наш двор» продолжит свою работу до конца лета. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.